Выпускники технолого-педагогического колледжа Ханты-Мансийска впервые сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Колледж – единственное образовательное учреждение в Югре, где ввели такую практику для будущих воспитателей детсадов. Сегодня студенты показали свои проекты. Эксперты на себе опробовали дидактические игры, которые потом будут проводиться с детьми. Всего испытания пройдут 30 выпускников. Подробности у Миланы Поварницыной. Сегодня к нам в гости пришел кот в сапогах. И он очень хочет с вами поиграть. Но он не знает, как играть в эти игры. Вы покажете ему? Почти как занятие в детском саду, только вместо детей – волонтеры, а за каждым шагом следит жюри. Тут не забалуешь, впрочем, как и на любом итоговом испытании. Но справиться с волнением, показать все, чему научили за 4 года, реально уверена Вероника Хорошаева. Тем более, когда тебя это приближает к мечте. У меня и бабушка воспитатель, и мама воспитатель, и как-то с детства тянулась в эту профессию. Всегда тянулась к детям, всегда нравилось это. Ну, мама на работе была, все время ходила, после школы с детишками играла. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills будущие воспитатели сдают впервые. 3 дня, 6 различных заданий. К примеру, гимнастика с ребенком, лего-конструирование или дидактическая игра. Словом, все то, что должен уметь воспитатель. Но какое задание ждет выпускника, он узнает только в день экзамена. На подготовку дается всего несколько часов. Когда мы защищаем и пишем дипломную работу, так или иначе мы основываемся на теоретических знаниях, которые достигаются основой изучения различных источников. Когда мы видим демонстрационный экзамен, мы видим практические навыки воспитателя, или любого другого специалиста, что он может сделать самостоятельно. Важна каждая мелочь. Даже название материалов нужно адаптировать для малышей. Все в соответствии с методикой. Оценивают выпускников не родные преподаватели, а независимые эксперты. Среди них есть и потенциальные работодатели. Они не просто ставят баллы, а внимательно приглядываются к выпускникам. Это должен быть профессионал. Это должен быть человек, конечно, который пришел в эту профессию по призванию, потому что мы знаем, ни для кого тоже не секрет, что некоторые студенты, получив диплом, просто не идут в эту профессию. И, наверное, это и хорошо, потому что нам нужны именно люди, которые готовы работать, которые живут этой профессией. Для волонтеров демонстрационный экзамен – это тоже опыт. В следующем году придет их черед его сдавать. А потом перед ними открыты все двери. Можно работать, а можно совмещать работу и учебу. Кстати, почти все педагоги в детских садах Ханты-Мансийска – это выпускники технолого-педагогического колледжа. Милана Поварницына, Леонид Чемляков, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.